Патриотический флешмоб в память о трагических и героических событиях времен Великой Отечественной войны прошел сегодня на открытой площадке Дворца культуры «Современник» в железнодорожном районе. В районе осталось 28 живых участников Великой Отечественной войны. И говорить о том, что мы про них забываем, это совершенно неправильно. И мы их посещаем, поздравляем, несем открытки, дети приходят. В 11 утра площадь заполнили школьники, ученики 30-й гимназии, их родители и учителя. Всего больше 1000 участников. Вместе они выстроились в живую инсталляцию, создав надпись «9 мая». Затем по команде школьники развернули огромные плакаты в виде георгиевских ленточек и хором спели песню «Катюша». В подготовке, наверное, самое главное было, потому что во время подготовки к этому празднику мы вспоминали о героях войны Великой Отечественной, вспоминали о тех, кто эту победу для нас завоевал, заслужил иногда ценой своей жизни. Вот это было самое главное для того, чтобы вспомнить о том, что за дни начинаются, что за победа, что за праздник. Дети весело пели и пританцовывали, прославляя великую победу русского народа. Мальчишки и девчонки были горды тем, что стали частью столь масштабного и патриотического события для школы и района. Каждый россиянин должен помнить об этом событии. И вот 9 мая, в День Победы, все чтят память всех усопших, а также низко кланяются тем, кто остался в живых. Очень интересно быть частью такого большого и важного мероприятия. Здесь очень весело. Мы спели «Катюшу». Еще раз о Великой Победе школьники вспомнят на тематических уроках, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Занятия проходят во всех школах страны в преддверии праздника. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.